вы в гневе, цены растут, зарплаты мизерные. И мы не можем все время ждать, что один герой придет, все изменит. Уважаемые друзья, я много раз говорил, что для того, чтобы мирно свергнуть эту власть, нам нужно организовать 4000 ячеек. Ячейки, между прочим, сейчас можно и одному человеку создавать. Мы посчитали, что 4000 ячеек, в среднем по 5 человек в одной ячейке. Есть где-то 10, где-то 7, 8, где-то 1, ну в среднем по 5 человек. Это 20 тысяч активных людей. 20 тысяч активных людей по нашей стране, когда мы будем призывать выводить на митинги, с собой приведут минимум 3-4. И вот представьте, 100 тысяч человек одновременно выйдут на митинги, и когда эти люди выйдут на митинги, к ним присоединятся остальные. Как наши люди говорят, вот если народ выйдет, то я выйду. А какой народ должен выйти без организации этих процессов, без ячеек, без единого центра? Ну, не марсиане же, правильно? Какой народ может выйти сам по себе? Эти процессы нужно организовывать. И в этой связи, уважаемые друзья, я обращаюсь к вам и говорю следующее. Нам необходимо создать 4000 ячеек, 20 тысяч организованных людей. Сейчас организовано где-то приблизительно 400 ячеек, 10% от необходимого. И вы понимаете, что этими силами нам будет сложно сломать этот режим. И поэтому я снова и снова обращаюсь к вам с призывом создавать ячейку, выходить на наш штаб.